В ефірі студія «Репортер». Я Тетяна Блайда. Вітаю вас. 19 січня весь православний світ відзначатиме хрещення Господнє. Цією датою ніби завершуються різдвяні святки і починається суворий піст. В цей день в Одесі традиційно організують декілька майданчиків для масового купання. Про що слід пам'ятати, коли святкуєш хрещення? Розповість про протоієрей Євген Гутляр, секретар Одеської єпархії. Я вас вітаю, отець Євген. Дякую, що прийшли до нас в студію. Добрий день. Я пропоную розпочати нашу розмову з історії цього свята, бо дуже багато людей готові зануритись в полонки, в холодну воду, проте не знають, заради чого вони це роблять. Що про це свято написано в Біблії? Еще раз добрый день. Здравствуйте, так, дорогие телезрители. Праздник Крещения Господня или Богоявления основан на евангельском повествовании. Это повествование находится в самых первых главах евангелистов и повествует о том, как Господь Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю, пророку и предтече Господнему на Иордан принять крещение. И вот когда все остальные, вся масса жителей Иудеи и вообще Палестины приходили к Иоанну для того, чтобы быть погруженными в воды, очиститься от своих грехов, то единственному из всей этой массы приходящих людей, Господу Иисусу Христу, пророк Иоанн сказал, не тебе нужно креститься, но мне у тебя нужно принимать крещение. И таким образом, когда Господь все равно настоял о том, что нужно исполнить всякую правду, и Иоанн погружал Господа в воды Иордана, Дух Святой в виде голубя сошел на Господа Иисуса Христа. И после этого Господь вышел на свою проповедь, то есть Он был явлен как Мессия. Вот именно поэтому данный праздник и именуется вторым названием «Богоявление». То есть, во-первых, то, что Мессия явил себя в виде божества, как далее Он проповедовал и раскрывал эту истину, то есть воплотившийся Бог. И второе смысловое назначение термина «богоявление» — это то, что Дух Святой, то есть третье лицо, третья ипостась Святой Троицы, снизошел в виде голубя на воплотившегося Господа Ісуса Христа. Так, дуже дякую вам про цю історію. Я сподіваюся, що всі її почули і всі згадали про цю історію. А давайте тепер перейдемо до традицій, які от панують в народі, але які, скажімо так, ви підтримуєте. Так? Традиції пов'язані з їжею, можливо, з прикрашанням будинку, можливо, з особливими молитвами. Про що слід пам'ятати, коли от вже на порозі хрещення і коли наступного дня хрещення, скажімо так. Дело в том, что наш народ, тысячелетний христианский народ, настолько впитал в себя именно церковность, церковность в хорошем, положительном, добром смысле, что это стало частью быта. И даже вот это безбожное время, когда власти пытались уничтожить церковь в нашей стране, буквально вот еще ближе к концу прошлого века, даже это богоборческое время не смогло вытравить вот эти традиции религиозности из нашего народа. И поэтому все каким-то отголоском помнят о том, что накануне крещения сочель никогда ничего не едят, до первой звезды нельзя кушать, только после того, как воду выпил, можно что-то там немножко принять из постной пищи. Так. Вот это все, конечно же, является отголоском вот этой христианской бытности нашего народа. Побутові традиції, які панують у народі. Так ви їх підтримуєте? Конечно. Дело в том, что, как я уже выше сказал, так, эти традиции бытовые, они и основаны на религиозном, на церковном уставе. Так. Действительно, накануне Дня Крещения день, который называется Сочельник, является днем строгого поста. Но это не просто пост, когда ничего не кушать. А почему пост? Потому что в этот день совершается первое освящение воды после вечерней литургии святителя Василия Великого, особой, сугубой литургии. Эта литургия совершается вообще в этот день, накануне крещения, то есть 18 числа. Это день, который весь посвящен молитве. И вот эта молитва, она действительно очень долгая. И пока-пока все эти богослужебные череды пройдут, пока будет освящена вода, пока именно эту агиасму, а вот эта вода, она и называется агиасма, то есть великая святыня. Так. Пока ее человек примет в себя, как первое, что в этот день он вкушает в благословение, конечно же, уже пройдет много времени. Может быть, иногда даже и вечер. Вот почему говорят до первой звезды. Не само появление звезды, а вот именно этот период твоей сугубой усиленной молитвы. И вот уже после того, как ты вкусил этой освященной воды, тогда, конечно, уже можно немного подкрепить свое тело пищей. Но и здесь, конечно же, не какой-то стол богатый и так далее, а то, что связано все-таки с какой-то скромностью. То есть обычно
в селах наших предков. Это была кутя. 12 страв має бути чи ні? Бо є народна версія, що повинно бути і 12 страв, як і на свято вечір. 12 страв – це дійсно вже більш народна версія, тому що, звісно ж, хазяйка просто поставить кутю на стіл, ось цю просту варену пшеницю, некоторим хазяйкам, може бути, просто це не дозволить. До речі, от ви сказали, що пшениця, так? Це традиційна пшенична крупа. Я от вам таку історію розповім, що я народилась в Донецьку, на Донбасі, і там у нас варили кутю з рису, так? І один одному на свята приносили, і напередодні хрещення, напередодні Різдва. Яка правильна кутя? От у мене таке питання. Рис чи пшениця, чи хто ще з якоїсь, можливо, крупи варить? Ну, скажімо так, більш правильно. Тут немає якогось догмата. От тут річ йде про те, що у тебе під рукою. І, звісно ж, наши крестьяне, это не китайские крестьяне, которые так, зачерпывали рис, они зачерпывали пшено. Так, именно так, поэтому, так. Как правило, традиционной кутей является кутя из пшеницы. Так, розібралися з цим. Ще одна традиція, яку я прочитала перед ефіром. Після вечері всі дякують Богові за хліб і випускають з клітки білого голуба, якого треба заздалегідь десь придбати. Вважається, що таким чином люди відпускають різдвяні свята. Ну, от мені здається, це така вже традиція, от занадто побутова, і до церкви вона не має відношення прямого. Що ви скажете на це? Прямой, действительно, прямого указания устава об этом нет. Но, во-первых, благодарить Господа нужно после каждой трапезы, не зависимо, да, сочельник или нет. Да, то есть перед едой мы просим Господа о пище, о хлебе насущном. После каждой еды мы благодарим Господа. Вот. А то, что выпускают голубя, то это не столько отпускание праздников. Потому что, хотя действительно, святки заканчиваются на крещенский так. сочельник. Пись починается. Один день, то есть один день вот этого строгого поста сочельник. Вот. А этот голубь, он и символизирует собой видимое проявление, явление Святого Духа на Иордане, когда Святой Дух сошел в виде голубя. Может быть, с этим связано. Но это, по всей видимости, местная традиция. Традиция хорошая, красивая. Но можно не... выполнять. В принципе, вы не забороняете такую традицию. Запрета здесь так, не нужно. Так, дуже добре ще така одна традиція. Є такий міф або реальність, не знаю, зараз я вам розповім, що якщо набрати воду з крана напередодні хрещення або на саме хрещення, то вона і буде, власне, святою, і вона, власне, буде цілющу, просто вода з крану. От нібито вся вода, яка тече от в цей день, це вся вода, от вся вода цілюща, скажімо так. Що ви скажете з цього приводу? Чи це не міф, чи це реальність? Это реальность, которая доказана практикой верующих людей, которые страдали от гонения властей в Советском Союзе. У нас на Украине как-то еще более-менее была религиозная ситуация, как бы в Одессе был там один храм или там два храма открытых. А вот если возьмем другие регионы Советского Союза, обширного Союза, который был порабощен безбожием, то в некоторых регионах на 100, 200, 300 километров не было храмов, а верующие были. И вот действительно, по вере этих людей, они сами об этом писали, и об этом можно прочитать, действительно, эта вода, которая была просто с верой набрана ими с крана в этот день, она для них была этой святой водой, которая действительно не портилась, то есть она имела все свойства этой агиасмы, святой воды. Сегодня же просто набрать воду из крана можно, конечно же, но храмов более чем достаточно, и поэтому не более 15 минут каждый потратит для того, чтобы добраться до ближайшего храма. Поэтому в этот день, конечно же, нужно посвятить Господу Богу и воду набрать именно в храме. Так, ну и плавно мы с вами перешли до купань, до обряду купания, до пірнання у полонку, або купания в море, як це роблять одесити. Як цей ритуал виконати правильно, щоб все пішло на користь? Так, про що слід пам'ятати? З молитвою, я так розумію, мені треба це робити. Що ще ви порадите, от, щоб купання дійсно принесло здоров'я і на весь рік захистило? Традиция купания на крещение в водоеме – это традиция уже более, скажем так, нашего народа. До речі, коли вона з'явилася? Она появилась, по всей видимости, достаточно давно. То есть я не помню, когда ее зафиксировали впервые, но это связано именно с таким вот духом решимости, самоотверженности, веры в Господа Бога. И славянский дух проглядается в цьому. Да, именно это проявляется. Вот, прямого предписания устава нету. И это действительно народная традиция. Эту народную традицию, конечно же, нужно тоже воспринимать со здравым рассуждением. Вот, и не превращать ее в основное действие праздника крещения, а всего лишь как дополнение, которое, если можешь, то, пожалуйста, можешь это сделать. Но предварительными условиями, конечно же, является первое – это чистота твоей души, это вера в Господа Бога, любовь к ближним, молитва,
причастие на богослужении. Вот именно эти атрибуты твоего внутреннего состояния, они позволят тебе почувствовать действительно всю благодать, которая в этот день изливается на все мироздание, и в частности понять, что такое освящается вот естество, это цитата из богослужения Дня Крещения. И действительно, чтобы это принесло тебе пользу. Нырять с каким-то таким, с подпринуждением, ради какой-то гордыни, бахвальства, употребляя спиртные напитки. Ой, если вы прямо читаете мои мысли, да, мои думки, это, бо багато людей міцний алкоголь вживають, да, після. Это недопустимо. Это недопустимо. Может быть, по прошествии какого-то времени, то есть когда вы уже пришли в себя и дома накрыт праздничный стол, как бы за столом это, конечно же, уместно. А якщо відразу з пляшкою? Но подогревать себя, либо после этого, нет, это все должно быть сокровенным действием твоего духа, твоей души. И вот тогда это действительно будет благословением, которое ты принесешь через весь год. Я еще раз подчеркну, это не догмат, это не обязательное условие. И каждый, конечно же, должен рассчитывать на силы своего здоровья. Вот это, Евген, вот векові обмеження купань таких, бо от минулого року я дуже чітко запам'ятала фотографію, яку побачила в одній із соціальних мереж, там мама сфотографувала своє маленьке дитя, ну йому не було більше 2 місяців, якого скупала в полонці в холодній крижаній воді, дитя аж посиніло. Ось, як ви ставитесь от до таких от купань і от до, такі, до того, що таких маленьких дітей піддають такому обряду? Ну я думаю, що все-таки здесь этот вопрос лучше адресовать все-таки к медикам, то есть они являются специалистами в данной области. Лично я, конечно, бы это действие в отношении маленьких детей с этим действием немного бы повременил. Но это лично мое отношение. Вот, то есть пускай они сами по своей собственной вере, пускай им самим захочется это сделать. И вот когда они сами этого захотят, тогда они это сделают с радостью. Вот. В принципе, я не встречал, по крайней мере, я не встречал никаких свидетельств о том, что кто-то заболел. Наоборот, были свидетельства. Люди, которые были даже с некоторыми отклонениями температуры и так далее, после вот этого стресса, это, конечно же, стресс, вот это погружение в ледяную воду. Организм выбрасывал внутренние силы, мобилизировал, и они шли на поправку. Это действительно так было. И даже в один из годов я тоже так, ну, скажем так, немного свою хворь вот где-то смог локализовать. До речи, вы традиционно купаетесь? Вы традиционно поддерживаете традицию? Да, на протяжении последних уже 10 лет я стараюсь ежегодно не пропускать это купание. А где вы занурюетесь? Я на море. У нас на Чорному морі. Так, Чорне море, до речі, підходить, так, Чорне море для цієї традиції в Одесі. Более чем, да. Так, добре, і щодо вікових обмежень, літні люди, от теж, знаєте, бувають такі випадки, коли літня людина думає, що якщо зануриться, то не буде хворіти весь рік, ну, так бабусі іноді дідусі думають, чи варто от заради того, заради думки, що я не буду хворіти, занурюватись, бо вода холодна, крижана все ж таки, чи віра, от вона на першому місці, якщо віриш, то дійсно хвороби до тебе не причепляться. Я думаю, что все-таки в первую очередь нужно уповать на веру в Господа Бога, которая в принципе не зависит от твоего погружения в теплую или холодную воду. И поэтому, если уже пожилой человек имеет практику вот таких вот погружений, зимних купаний, я думаю, он сам сориентируется. А тем, кто всю жизнь этого не делал, все-таки, может быть, стоит прийти просто посмотреть, порадоваться, помолиться Господу Богу. Вот, но как-то к себе относиться немножко поосторожнее. Так, вот эти вины, вы уже до нас пришли, я не можу не спитати про те нове, що сталося в Україні, так, це те, що українська церква стала автокефальною, і після цього президент Порошенко заявив, що всі церкви, які раніше належали, ну і зараз належать до Української православної церкви Московського патріархату, вони переходимуть до новоствореної церкви. Що ви про це думаєте? Як ви думаєте, чи буде так, як прогнозує президент Порошенко? Мы руководствуемся канонами церкви, которые говорят о том, что церковные вопросы решаются только внутри церкви. И также руководствуемся, как законопослушные граждане, 35-й статьей Конституции. Поэтому, в принципе, в церкви, несмотря на внешние изменения, ничего не произошло. Господь как не спосылал свою благодать, так Он продолжает ее не спосылать. Вот. А все, что вокруг церкви происходит, когда политика формирует какие-то квазицерковные образования, ну что ж, это было во все времена.
И мы являемся свидетелями истории, которая показывает, как заканчивается то дело, которое, к сожалению, делается без Бога. Який стиск вы на собі відчуваєте після змін в Україні? Конечно, конечно. Церковь в последнее время на себе начала испытывать примерно то же самое, что было 30 лет назад. У нас до сих пор живы священники, с которыми еще в то время общались службы безбожного государства. Так, що ж, я вам дуже дякую за те, що було на студії. Нагадаю, протерей Євген Гутляр, секретар Одеської єпархії, був в гостях в студії репортера, і ми говорили про традиції святкування Хрещення Господнього. Мене звати Тетяна Блайда, побачимось. Щасти вам!